Всем привет, ребята! Мы сегодня с вами будем делать двойной меч. И для этого нам понадобятся листы А4, ну листов 5 где-то, наши руки, ну ваши руки, ножницы, скотч, степлер и клей. Для начала берем один лист бумаги и скручиваем его в мелкую трубочку, самую маленькую, которую вы можете скрутить. Можно воспользоваться пастой от ручки. Смотрите, берешь и накручиваешь вот так вот, только все очень аккуратно закручиваешь. Чем меньше, чем лучше. Ой, извиняюсь. Надоели. И отправляем. Скручиваем вот такую трубочку, а потом склеиваем скотчем. Делаем две таких трубочки, а потом их откладываем. Сделали? Ну тогда поехали делать лезвие. Берем наш лист бумаги и сгибаем и делаем центральную линию. Сделали? А теперь сгибаем, но не догибая до центральной линии. Не догибаем вот где-то вот такое вот расстояние. Ну, надеюсь, вам видно. Вот, и также сгибаем и другой край. Вот так вот поворачиваем, берем и сгибаем. Вот так вот у нас получилось. После этого берем и сгибаем вот этот вот край вот к этому вот краю. Не к центру, а к этому вот краю. На одной стороне и на другой стороне. Вот так. Теперь берем и делаем вот, смотрите, и сгибаем мы вот так вот. Но нам надо сделать лезвие, поэтому мы разгибаем и загибаем вот так, вот на одной стороне, вот так, как в самолетике, не к центру, не к центру, и на другой стороне. Теперь опять сгибаем вместе и получаем лезвие. Мы делали две палочки, делаем два лезвия. Склеиваем наши лезвия, чтобы они не распадались. Теперь всовываем наши трубочки в наше лезвие, вот с этой вот стороны, так, чтобы вот здесь вот, ну, как бы это будет наши ручки, вот здесь вот, чтобы удобно было держать под таким, и заклеиваем его все клеем, скотчем, чем вам хочется. Крепили? Ну тогда поехали соединять эти два меча в один. Берем лист А4 и разрезаем его пополам, как показано на видео. Смотрите, теперь мы ложим вот так вот лезвие и половину бумажки. Берем степлер и скрепляем вот здесь вот степлером. Теперь берем опять нашу половину меча и нашу бумажку и скрепляем другую лезвие. Смотрите, теперь берем и ложим так, чтобы вот один листик был как бы совпадал с другим, вот как видите на видео. И скручиваем эти листики. И у нас выходит наш меч. Так как наш весь меч не вылазит в кадр, я покажу его. Вот одна ручка. Вот центр, а вот другая ручка. И как мы видим, он рассоединяется. Теперь берем и раздвигаем его, как мы видим. И назад можно его сделать вот таким вот. Это очень удобная и классная игрушка из бумаги. Вот такой вот двойной меч из бумаги получился у нас. Прошу вас, друзья, я очень старался над этим видео. Поставьте лайки и, если захотите, подпишитесь на мой канал. Смотрите мои другие видео, а также видео, которое выйдет завтра. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Делайте этот меч, ребята!